Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Урок номер 8. В этом видео разберем поиск. Очень хороший поиск в этой теме. Разместить можно, дизайн отобразить по-разному. Давайте посмотрим на наш сайт. У нас поиск по умолчанию. Сразу есть вот такая иконка, по клику по которой всплывает интересно образом поисковая строка. Она может всплывать по-разному. Давайте смотреть. Переходим в Woodmart. Конструктор шапки. Так, я зайду в свою дефолт тему. Смотрите, вот он поиск. Я хочу расположить его так же, как и вот в этом демо-примере. Видите, большая полоса, возможность выбора сразу категории, иконка поиска. Здесь иконки поиска у нас нет. Соответственно, если поиск, вот он, я могу просто зажать левой кнопкой мыши, перетянуть его сюда и настроить. Заходим вот сюда, вот выше, видите, карандашик появляется. Заходим сюда и здесь сразу смотрим демонстрацию, да? То есть как это выглядит? Полная ширина, то есть когда мы нажимаем дальше, полный экран. Очень интересно, выпадающий список, не очень, честно говоря, смотрится. И вот такая вот форма. В общем, смотрите, тут уже посмотрите, да, все варианты без меня, но давайте вот несколько раз смотрим. Вот этот самый интересный, на мой взгляд. Показать популярные записи, да, вы можете настроить список популярных записей в настройках темы «Общий поиск». Точнее, популярных запросов. Давайте на этом уровне сохранимся. Посмотрим, что у нас получается. То есть, как было. Обновляемся. Как стало. Вот такая вот полоса. Отсюда иконка исчезает. По клику, по полю у нас вот такое всплывающее окно. И как интересно работает поиск. Смотрите, давайте посмотрим. У меня есть некие товары. Допустим, есть iPhone, прям по-русски, заголовок товара. Просто начинаю набирать текст, и записи не найдено. У нас с вами, видите, еще не настроено. Поиск можно настроить по-разному. Поиск по товарам, поиск по записям и поиск везде. Давайте до этого сейчас дойдем. Показать выпадающие категории. Это вот такие категории, ну, как в демо-примере. Если мы выбираем, то появляется стиль, значит, по умолчанию. Дальше. С границей и отдельный. Это просто визуальная часть. Давайте так и оставим. Поиск с помощью Ajax технологии. То есть показываются товары, допустим, без перезагрузки страницы, чтобы человек сразу из поиска, не переходя никуда, вот как на картинке это видно, сразу видел цены, заголовки, товары по своему поиску. Ajax — подсчет результатов поиска. Количество товаров для отображения в результатах. То есть можно больше выбрать, меньше. Здесь надо уже смотреть будет, как аудитория ваша воспринимает, да, если слишком много товаров, чтобы это не было нагрузкой. Тип записи. Вот как раз, видите, запись — это статьи. То, что у нас вот здесь вот они есть. То есть поиск сейчас работает только по записям. Можно выбрать только поиск, работает по товарам. По портфолио, по страницам и все типы постов. Ну, давайте оставим пока только по товарам. Сохранить, сохранить. И давайте все же вернем вот этот вот обычный вариант. Причем, смотрите, здесь у нас прячется показать выпадающий список категорий. У нас здесь прячутся эти опции. Поэтому я, наверное, поставлю вот эту вот форму и показать выпадающие категории. Итак, вот такой поиск я хотел получить. Получается, вот видите, у меня поиск. Вот я могу сразу искать по категориям. И давайте попробуем написать iPhone. Смотрите, никуда не переходил, написал только iPhone, и видите, показывается и картинка, и iPhone, и цена. Соответственно, отсюда я могу прямо перейти к товару. Очень хороший поиск. Далее мы с вами переходим в стиль. Стиль поиска. Вот такое окошечко, вот такое. То есть иконка закрашена, иконка маленькая. Ну, давайте вот этот вариант возьмем. Формы. Смотрите, у нас квадрат, закругленный, круглый по умолчанию. Ну, давайте попробуем все-таки закругленный. Так будет, наверное, смотреться поинтереснее. Давайте на этом уровне посмотрим сразу. Перейдем, обновимся. Ну, чуть-чуть закругленный я хочу получить. Вот видите, иконка тоже зеленая.
Я хочу все же получить прям закругленный, вот как здесь мне нравится. Давайте попробуем это сделать. Стиль. Тогда это сделаем круглый. Дальше. Form Text Color. Ну, здесь настраивайте цвет текста. Form Placeholder, то есть текст, который заполняет цвет его. Form Border Color тоже можно задать. Border – это рамка. Давайте попробуем. Form Border Color Focus. Но это надо смотреть, при каком фокусе это будет. Form Background Color, то есть цвет заливки заполнять или нет. И иконка, то есть может быть вот такая. Ну, лупа, конечно, для поиска подходит больше всего. Давайте сохранимся. Смотрим, у нас получается закругленный поиск. Видим вот эта синяя рамочка, которая здесь добавилась. Наверное, лучше оставить ее серой. Тут как цвет, вообще акцент цвета на сайте. Я же хочу сделать голубой. Вот эти все иконки зеленые. Вот здесь вот зеленая, вот здесь вот. Это потом мы до этого дойдем. Это настраивается в одном месте. Пункт меню тоже зеленый. Мы поменяем, естественно, когда дойдем до этих опций, на синий. И здесь я хочу все же в стиле рамку убрать. Пускай будет по умолчанию. Вот с такой серой рамочкой смотрится, конечно, по умолчанию. И поиск у нас уже с вами работает. Но теперь, что касается мобильной версии. Сразу будем это смотреть. А у нас по умолчанию поиск, видите, вот здесь вот появляется. Его, конечно, можно и здесь оставить, иконку вывести вот здесь. Или оставить его здесь, или отключить его здесь. Поэтому мы сразу его коснемся сейчас. Получается, это меню. Переходим в мобайл. Мобильное меню. И здесь есть настройка поиска. Вот показать форму поиска. Здесь нам это показывается. Можем скрыть, к примеру. И если включено, то где искать? На мобилке стоит товары. Если мы здесь скрываем, здесь, тогда мы вот сюда добавляем поиск. Иконка поиска. И тоже можем его настроить. Сохранить. Соответственно, здесь-то поиска нет. Давайте сохранимся. Как это будет выглядеть? Вот мобильная версия, видите, иконка, если удобнее, чтобы она вот здесь появлялась для поиска. Все равно у нас выскакивает это окно. Поэтому, видимо, это работает в связке. Наверное, показать кнопку форму, наверное, все-таки надо здесь оставить. Потому что эта иконка, чтобы человек не заблудился на мобилке, где же поиск? Он нажимает сюда поиск и... Строка поиска все равно здесь. То есть здесь у нас остается в любом случае, но иконку дополнительно сюда мы можем вывести. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно, сайт долго грузится, вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress.
вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы, мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram.